В Институте международных отношений Казанского университета состоялась встреча студентов с писателем, переводчиком французской литературы и преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета Асей Петровой. Смотрим. Ася Петрова рассказала студентам о современной французской литературе, а также о ее переводе. Она приехала в Казань в рамках проекта под названием «Классные чтения», организованный фондом «Счастливые истории». Разговаривала со студентами, как вообще сформировалась современная французская литература, какие в ней есть самые значимые языковые явления и откуда пошла традиция изумления, которая существует в современной французской литературе и во всей литературе 20 века. Была, остается, есть такая фишка. Они всегда хотят изумить читателя. То есть у них есть такое понятие «ля сюрприз», да, сюрприз, изумление. Вот. А как говорил персонаж одного фильма, какая у нас цель – шокировать. Вот. И какими языковыми способами, какими лингвистическими способами, какой игрой языка, каким разрушением грамматики и так далее, внедрением каких редких слов французам современным удается вот так вот изумлять читателя. Рассказала о том, как с одной стороны сложно, но с другой интересно переводить. О планах на будущее Ася Петрова рассказала следующее, что они остаются прежними, проводить исследования, связанные с Аполлинером современной французской литературы, а то, что касается исследовательской части, продолжать заниматься детской литературой и писать детские книги. 1 марта выходит ее первый взрослый роман под названием «Свободная страна». Сегодня первый день второго семестра, и он ознаменован тем, что именно с сегодняшнего дня у нас начинается череда встреч с интересными людьми. Очень рады, что у нас есть такие возможности. В прошлом году у нас состоялся тоже ряд встреч с переводчиками. Ну, в прошлом году это была детская литература. В этом году тема несколько другая. Елизавета Никитина, Ленардо Лисеров, Универньюз.